Все вы знаете, что я люблю петь дуэты, но сейчас мне очень хочется вас удивить, поскольку следующую свою песню я спою уже со своей внучкой. Любовь моя, ну выйди же ты все-таки на эту сцену, наконец. Как вы знаете, эту прекрасную мелодичную песню, давно ставшую мировым хитом, в свой последний раз Тото Кутуньо спел уже со своей внучкой. И все наши подписчики с удовольствием посмотрели это трогательное выступление. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. Не забудьте включить звонкий колокольчик, чтобы никогда уже не пропускать наши самые интересные новинки. А сегодня для всех вас, кто искренне любит и самого Тото, и его мелодичные песни, с первых нот, западающие прямо в душу и остающиеся там навсегда, мы приготовили еще один маленький подарок. Словно на ковре-самолете, сейчас вы перенесетесь почти на полвека назад, во времена вашей молодости, а может и счастливого детства, в 79-й год. И вы увидите самое первое исполнение вашей любимой песни. Тото, которому тогда только исполнилось 36 лет, как раз только что написал ее. Она еще не была аранжирована, и он споет ее просто под гитару. Как все вы наверняка знаете, эту песню он написал для Андриано Челентано. И только в следующем, 80-м году, Челентано выпустит ее на своем 22-м альбоме. Тото к тому времени выпустил всего лишь только два, и его знаменитая «Lasciate mi cantare» еще не было даже им написано. Вы представляете? Любопытно, а это знают уже немногие, что стихи к этой песне написала Клаудия Мори, супруга Андриано. И это она посвятила эти свои стихи их первому ребенку с мужем, дочери Розите, которой тогда исполнилось 15 лет. Сейчас ей уже под 70. Вот как время летит. И, кстати, именно так и называется эта песня. Я вас слушаю. Слушаю. Следующая песня прозвучит впервые. Я не был уверен, что можно ее петь. Но в кругу друзей можно, все равно никто не видит. Я спою песню, написанную для Адриано Челентано, которая станет хитом. Я на это надеюсь. Хитом лета. Вы услышите ее первыми. Не потому, что она моя. Текст написал не я, а мой друг. А потому, что она затрагивает чудесную тему. У вас у всех есть дети, да? Почти. Эта история... отца, который понимает, что его дочь растет. Он замечает, что она становится женщиной, примеряет мамины платья, болтает по телефону, но не громко, как раньше, а шепотом, видимо, со своим парнем. Он подглядывает за ней и видит, что она красится, разглядывает свою грудь перед зеркалом, ведь она девочка. Девочки такие. Я ведь правду говорю, да? Нет? Послушай песню и скажи, если я где-то соврал. Отрывок. Песня называется «Время идет». Последний альбом Челентано. Vestito da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato, se ti vede tua madre chissà, questa sera finiamo nei guai, è strano ma sei proprio tu,
14 anni un po' di più. La tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna oramai. Al telefono è sempre un segreto, quante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno su, e tra poco alla sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va fra sogni e preoccupazioni, le calze a rete han preso già il posto dei calzettoni. Farsi donna è più che normale, ma mia figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta è già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco alla sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va e tu non sei più la mia bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va fra gioie e le preoccupazioni, le calzarette han preso già il posto dei calzettoni. E tanto tempo se ne va. Il posto dei calzettoni, na 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 na. Ты узнала себя? Спасибо. Скоро ее споет он, и это будет что-то.